Мы все рождены свободными и равными. Это ваши права человека. Их 30. Они принадлежат вам. Вам не нужно их покупать или подавать заявление на них, или просить позволения их иметь. Они уже ваши. Не важно, кто вы такой, откуда вы родом, сколько вам лет или что-то еще. Это очень просто. Кто-то может попытаться игнорировать ваши права, или нарушать их, или притворяться, что их не существует. Но они ничего не могут поделать с тем, что они ваши. Право человека номер 30. Никто не может отобрать у вас права человека. Что такое права человека? Узнайте об этом на сайте useforhumanrights.ru.